Да, и работает только верхняя нога, чуть-чуть приподнимается вверх, и только в суставе тазобедренный, и вверх, и вниз. Корпус как будто бы в цилиндре находится, голова, грудная клетка, таз выровнены, и шея длинная, и талия длинная. Как будто бы у вас две талии, одна талия здесь, одна талия здесь, да. Под себя, под себя. И остались, нога параллельно полу, через каждый пальчик натянулись подальше, удлинили ногу, чтобы она стала еще длиннее, стройнее, удлинили, да. И начинаем двигать ногу вперед,